мы смогли вот тот результат, который есть в науке, там совсем маленьком объеме, потом мы целиком и полностью во многих вещах зависим от импорта. Когда говорят, вот, например, производство мяса курицы у нас сейчас обеспечивает полностью российские потребности. Но что это за производство? Птенцы какие-то там определенного возраста завозятся, материал генетический, вот общался я в институте как раз по птицеводству. Яйца завозятся, корма завозятся, сейчас корма стали производиться, но компоненты этих кормов все равно завозятся. И наша задача это все, собственно говоря, как принято сейчас можно говорить, импорта заместить. Давайте следующий слайд, пожалуйста. Предприятие наше, оно сохранилось, оно сохранило свой потенциал, оно умудрялось в этой ситуации развиваться, и сейчас это тот базис, на основе которого мы вполне можем начать вот эту вот программу восстановления биотехнологической отрасли в Российской Федерации в целом. Ферменты те же самые пищевые, вот фермент фитаза для рыбопроизводства. Могут использоваться, у нас в стране, к сожалению, еще пока... Там вот все, они прям в проекте, кстати, все это прописано. С точки зрения востребованности, конкурентности по ценовой политике, там по всей, против того, что уже есть. Ведь вы говорите, что мы не новые, а берем за основу то, что... Абсолютно конкурентоспособен. Как раз ситуация такая, что сейчас, если мы транслируем самые современные технологии, а сейчас распределился по нашему жизни, плюс вот та экономическая ситуация, которая сложилась, она позволяет издержки поставления за границу и иметь технопарк. Иди сюда. Ты резал, потому что я буду держать. Да. Нет, давай. Давай, я держу.